Еще сколько? Вроде полночь. Пора домой. Из парка Советы припозднилась. Иду на Красную площадь. Сейчас я еще в парке Советы. Нагулялась. Васильевский спуск в ремонте. Что-то здесь сооружается. Вот так выглядит это место ночью с 27 до 28 мая 2018 года. Дальше Скворецкий мост, парк Заряди, где я только что была, посмотрела. Улица Варвака. Храм Василия Блаженного и Московский Кремль. Иду домой через Красную площадь. Скворец кроется вот это. Нет, здесь, вот здесь Скворец кроется. А здесь еще Красная площадь. Вот так выглядит это место. Ночью светло, светло и многолюдно. Ой, что-то здесь что-то строят. Вот он, храм Василия Блаженного, Покровский собор. Выглядит с этой стороны. Я как-нибудь обойду вокруг, когда не будет стройки. Обязательно вокруг обойду.
это, наверное, праздник Кумен в России. Что-нибудь возводится. Ну вот, а я собиралась вокруг Кремля обойти в ближайшее время. А тут перекрыто. Да, полночь была. 1:05. Наступил новый день, 28 мая 2018 года. Лобное место у нас. Красная площадь. Царская башня. Вот так храм. На Василия Блаженного смотрится ночью. С этой стороны. Спасская башня Московского Кремля. Самая красивая парадная башня. Ой, куда ж я иду-то? Что-то я иду по дороге. Прям по улице иду. По проезжей части. Там было перекрыто, я и пошла здесь. Да. Да, вот так выглядит. Красная площадь вот так выглядит. Хорошо, машин мало. Это меня предают. Иду по проезжей части. Ой, как красиво. Наш ГУМ замечательный. Как здесь красиво. Вот здесь тоже перекрыто, ну да, поэтому я и шла по дороге, потому что перекрыто. А, книжный фестиваль. Красная площадь. Да, надо прийти мне на этот книжный фестиваль. Хорошо, приду. Да. Книжный фестиваль. Отдыхайте. Да. Да, да, да. Да, пора домой. Уже поздно. Красная площадь. В городе Москве, столица. Вот так выглядит сегодня, 28 мая 2018 года.